Боди, знаешь, что я сегодня подумала? Ну, я не знаю, у меня такое перепад настроения. Выйти сегодня пиво выпить. Да вот, я же думаю, не знаю. Можно было в этот бар. Думала тебе написать, но у меня такие какие-то перепады, я не знаю, хочется, не хочется. Но вообще хочется. Здравия желаю, мой Артем Абаев. Здравия желаю. Здравствуйте. У меня телефон севший. Сколько сейчас? 3. Ты такой дегустатор. Ну, добро. Я тебе через полчаса напишу. Ну, вино я не сильно, конечно, люблю, но... Посмотрим. Ничем. Пока еще. Просто у меня лицо расслабленное. А выше. Альфонс, люблю молодых мам. А вино с пивом. Ой, вино с пивом вообще кайф. Наверное. Спасибо за лайки. Я из Луганской области. А вы из Витка. Блин, мне только что... только... еще и шампанское. Класс. Только что попалась трансляция, где просто... заставка, фотография девушки, там что-то, не дарить подарки, я просыпаюсь, типа она спит. Просто фотка трансляции, там сидит 1000 человек. И вообще ничего не происходит. Черкассам. Черкассам привет. Думаю, не плачь. Добре. Добре, теперь не буду плакать. А так хотелось. Одеська область, місто Стри. І смисл. Смисл того ефіру я не розумію. Львівській області привіт. Блін, я ще хотів щось покушати. Мені 20 років. Не знаю, нормально. Привет. Игорь, привет. Дякую за подписку. А, кстати, мне нужно 2500 подписчиков. О, я думаю, больше. Думаю, больше роки мне. Ну, по сути, это как родная. Да я не плачу. Из Украины так. Мне 21, круто. Кто открыто? Я не зрозуміла. Паша, привіт. З Луганської області. Кого? А кого я клянчу? Ні, я не зі Львова, ні. Я сама родом в Луганській області, жила декілька років в Харкові, зараз знаходжусь в Дніпрі. Маєш? Що маєш?
Маю. Имеется. Дякую за подписку. Открыть зараз тумбочку. Добро, сейчас пойду закрою. Я в Подільську на рембаті. Що таке рембат? Що це таке? Я добре, ти як конкретно відкуда знаєш? А я тут не називаю місце, звідки. Дякую за лайки. На самом деле Львова. Так, а що таке рембат? Я не зрозуміла. О, Егор, привет. То я тебя не заметила. Ты прикольный, интерес. Спасибо. Привет, шо ты? Привет, добре. Я добре, прекрасно, ты шо? Сьогодні ввечері, мабуть, піду пити вино. Теж потихеньку. Сьогодні проснувся. Ти тільки проснувся? Це там дремонтують артилерію. А, буду знати. З Луганської області. Хай, хай. Сергій, дякую за лайки. Дивно, я з Сосиського району просто. Я теж. Я би тебе гостив класне вино. Але я п'ю вино лише з друзями. Це дуже файно, супер. Дякую домашнім. О, кстати, я пару місяців назад пробувала домашнє закарпатське вино. Такое вкусное. Да вообще кайф. Классно, я тоже так хочу. Я давно так не гуляла. Я бы тоже хотела. Так, а подожди, а ты откуда? Комендантская година. Де ви гуляли? Блін, треба йти голову мити.